опрокидыватель. Это эффективное средство механизации для разгрузки вагонов с насыпными и навалочными грузами, такими как руда, уголь, зерно. Вагон опрокидывают или наклоняют в поперечном либо продольном направлении. В среднем темп выгрузки при помощи опрокидывателя составляет 30 вагонов в час. Сооружения применяют в грузовых дворах, портах, на металлургических, коксохимических и других промышленных предприятиях. Механизированные опрокидыватели бывают стационарными и передвижными. Стационарные отличаются способами разгрузки. Роторные, круговые, боковые, подъемно-поворотные сооружения предназначены для разгрузки полувагонов и платформ. Для разгрузки крытых вагонов используют комбинированные опрокидыватели с многократным поворотом.